I think we from the start come out good. Мы с самого начала действовали хорошо, уделяли внимание деталям, усиленно работали и выполняли то, о чем договаривались перед началом матча. Начали с шайбы в большинстве, это помогло нам. И в целом все 60 минут мы действовали по намеченному плану. Мы начали хорошо, не знаю, как так происходит, но с сильными соперниками мы действительно находим способы играть хорошо, показывать свой хоккей. Надеюсь, что у нас получится продолжать в том же духе до конца сезона. Мы должны справиться. Такие паузы могут по-разному обернуться. Я могу сказать лишь то, что на нас этот перерыв отразился хорошо. Я должен был бросать еще больше в сегодняшнем матче. У меня получились два хороших гола. Прошло немало матчей с тех пор, когда я забрасывал шайбы в последний раз. Определенно, я рад этим двум шайбам и возможности помочь команде победить. Мне удалось забить за счет хороших действий Оди и Бочи. Я забросил в пустые ворота. Мне нравится, когда вратаря нет и есть возможность забить. Хочу поблагодарить парней за этот гол. Мы должны действовать как профессионалы, питаться нормально, высыпаться, заботиться о себе и действительно быть подготовленными к следующим матчам. Нас ждет непростой график. Все зависит от восстановления и готовности показать максимум того, на что мы способны. Я был взволнован. Это здорово представлять свою команду и отправиться на матч звезд, чтобы повеселиться, насладиться общением с игроками других команд. Достойно представить Сочи и просто отлично провести время. Не, на данный момент нет. Я просто жду возможности оказаться там и сыграть. Пока нет, но возможно, что-то и будет. Посмотрим.